Художник-менеджер Александр Ройтбурт анонсирует обжалование в суде и приглашает своих сторонников в субботу в 11 утра на митинг возле обл.администрации. Собрание обещают с точки зрения эпидситуации безопасным с соблюдением необходимой дистанции. Будем подавать до касаційного суду. Один из пунктов это, что это малозначаща справа для них, бо там меньше, чем 100 тысяч гривен. Вони не розглядають, тобто вони мають право відмовити. Але умовою розглядання є широкий суспільний розголос. Напомню, что апелляционный суд констатировал, что Ройтбурт был назначен на должность в соответствии с законной процедурой, но все же допустил ряд нарушений. Проводил в музее концерты, не пустил депутатов с проверкой, а ремонт не согласовал с облсоветом. Еще незаконный ремонт мы провели. Так, провели незаконный ремонт, бо до того законно гнили картины вартостью мільйони доларів в Серебряковському залі, так званому. Ми отримали дозвіл на і пред'явили їм цей дозвіл на невідкладні протиаварійні роботи. Ми провели ці роботи, ми замінили світові ліхтарі. Після чого, звісно, довелося і стелю перефарбовувати, і стіни перефарбовувати, бо в такому вигляді це не можна було лишати. В то же время оппоненты Ройтбурта из областного совета уверены, депутатские проверки могут и должны проводиться в рамках закона. Музей подчиняется областному совету, а депутаты вправе выполнять волю народа. Абсолютно господин Ройтбурт не взаимодействует с депутатами. Была депутатская проверка, которая это абсолютно нормальный процесс, когда депутаты приходят на предприятие, которое принадлежит людям, живущим в Одесской области, через лиц, которые их представляют. Была депутатская проверка, на которую срывал губернатор, на которую нас не допускали. В конце концов, не допустили ни в хранилище, не дали никаких документов. Он просто убежал, ретировался, спрятался у губернатора. И вся вот эта вот свистопляска – это не то, что должно происходить, и не то, что должно быть в стенах ни областного совета, ни такого уважаемого заведения, как художественный музей. В свою очередь, музеи убеждены в том, что депутаты облсовета более полезны на своих округах, нежели в отчаянной борьбе с Ройтбуртом. В регионе масса более серьезных проблем. Депутаты областной ради, мы понимаем, что они имеют очень много проблем в районах области. Там нема доріг, там проблеми з медициною, там дуже багато проблем соціальних у людей, там проблеми у фермерів наразі. Не потрібно, щоб вони опікувались питаннями культурних інституцій у місті. Їм є чим опікуватись для того, щоб ефективно представляти саме інтереси тих, хто їх обирав. В связи с этим руководство музея планирует перед общественностью поднять вопрос о смене статуса учреждения. Худмузей должен быть либо в городском подчинении, либо иметь национальный статус. Депутаты, представляющие избирателей Кодымы, Раздельны, Измаила, вряд ли могут эффективно развивать художественный музей в Одессе. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».